полы своим кельцем. Да. Стой. Но все равно скинет меня срань. Музыка прикольная. Может, кстати, попробовать пуф накапливать. Кстати, да, можно. Перед тем, как она появляется. Ну, да. Уже на пуф он очень много там. Че, пойдем за вас следуем? Бесишь меня. Стример.пойер проходит игры. Когда проедешь? Павя, ты проходит 30. А он мне маски выкидывает. Ну что? Он что-то... А, он знаешь, что сказал? Он сказал, что тебе вертолетики согласен, только не за 3К. Так. А в чате про это знают, нет? Он в чат написал. Когда это было? Утром он приходил. Пока ты спал. Надо будет еще объявить. А, дядя! Я вот эту бегущую строку упустил, как будто спрятал. На самом деле, тебе записи такие классные, что я бы сам в них поиграл еще. А что за вертолет? Бабагатикс, по-моему. Да. А-а-а! Йоку Тайгер, что-то типа такого, который я там неделю проходил тогда. И в итоге прошел, когда полностью зарыжил, короче, выключил микрофон, вебку вообще без всего играл. А Брови слился на последний босс. На последний босс вообще ад. Чё, если что ты творишь? Я вообще, ты ума за мальчик. Такие финты там делал. Блять, когда чё играла? Ты ума за мальчик. И смотри, одну ты сбиваешь, а вторая в тебя в жопу летит. Ты просто в сторону убегай от неё. Не нужно её убивать. Так проще будет. Привет, Фритудринг. Привет, Архитектор. Привет, Темри. Пацаны пошли бровя на маслины покупать. И заодно водички. Душный уровень? Да, уровень реально душный. Ну пока что это самый душный уровень. Но, видимо, я не видел остальные уровни. Четыре осталось.
Все, опять свалили наверх, да? Пройдем. Придет. Поможем пройти. Да, совсем сгодится. Что там, совсем жесть? Или не совсем жесть? Ты совсем сгоришь. Хуже, чем в Dark Souls. Гид, я 27 часов босса проходила в Dark Souls, и Флинстоунов тоже пройду. Здорово, Ксав. Да, я бадабаду. Фантомик, Папа Кокроуч и Кокосой, они все поехали спать. Блин, вот надо было арбузик сначала убить. Ладно. Это по стриму. Ну так, это уже третья игра, которую я прохожу. Так, сначала избавимся от... Во-первых, все соберем. Во-вторых, избавимся от вот той срани. Блять, ты все равно меня дамагнул, пидор. Вот, теперь спустимся вниз и уже жмакнем рычаг. Да блять! Вот из-за тебя, пидорские, блять, привидения, я не успела. И слила 2 хп. Я втянусь. Да, ну учтите, что мне просто на игры как бы везет. Ну или я выбираю легкие игры. Да блядская дверь. Проще убивать. Проще мышей убивать. Блять. По-моему, я не дам. Один хитпоинт, ну камон. Надо накапливать, конечно же, но... Накопила немножко, побольше, не смысла. Сука, не успела развернуться. Для РГ был бы топ. Смерти моей хотите, небось. РГГ от меня. Буду дропать просто по КД. Вот из-за этого дурацкого привидения я сливаю на самом деле. Суча.
все, изи. Когда успел так загореть? Не знаю, может, кажется, освещение такое. Фух, мы с этим левелом расправились. Сейчас птеродактиль, потом переход и вулкан, 3 уровня. Гид, это такая красная штука, да, он испарился. Я же ведьма. Там, походу, Снапкилла просто заснул. Там Свинк или кто еще не спит. Ну вы пока не исправляйте, потому что они просто в магазин пошли, так что. Говорит, что принесла ему те камни. Отнесет меня на вышку динозавра. Но только наполовину, наверное. Алло? Ты у подъезда прям? Слушай, там, короче, как раз сейчас Гид с Нюком вышли. А, наверное, просто постой на улице, подожди. Они должны из Дикси выйти. Можешь у Дикси подождать. Дикси видишь? Дикси. Магазин. Вот, они туда пошли. Ну, сейчас тебя встретят тогда. Они уже там, наверное. Ага, давай. Да, это вкусная штука, скоферин. Снапкилла говорил, что на пару часов отойдет паутина. Ну, правильно. Спасибо, спасибо. Сейчас, чуваки, я съем одну булочку хотя бы. Что-то я жрать захотела. Угу, браган. Спасибо, спасибо за поздравление. Где все? Часть народу отвалилась по домам спать, а Гид с Нюком пошли в магазин. Нет, кот едет. Спасибо. Нет. Булочка с сахаром и корицей. Спасибо. Да не, я уже давно хотела, просто хотела уровень закончить. Алло. Не в другой магазин, что ли, пошли? Тогда стой у подъезда. Угу, давай. Я думала, они в Дикси пошли. Значит, они пошли в магазин вон там. Привет, Нано Макс. Спасибо. Гид у нас до субботы будет жить? Не, по-моему, он сегодня сказал, что он поедет ночевать к Фантомику или к Папику Кроучу, чтобы выспаться, но будет возвращаться. Вернется? Блин, сорян, постой у двери, пожалуйста.